Здравствуй, мой дорогой друг. Сегодня я хочу поговорить с тобой о фруктах. Я живу в Санкт-Петербурге. Это северная столица России. Северная! Еще каких-то 2-3 года назад был реальный дефицит с фруктами. И я постоянно слышу вопрос, чем питаться фруктоеду зимой и ранней весной. Сейчас 16 марта, и это видео я снял прямо с базы на улице Софийская, дом 60. Здесь ты можешь найти фрукты на любой вкус и на любой карман. Можно покупать мандарины по 50 рублей и помидоры по 420. Но поверь мне, выбор есть всегда. Выбора нет только там, где ты просто не хочешь быть фруктоедом.